Правительство отказалось от закона, разрешающего продажу спиртосодержащих лекарств только по рецептам. Эта инициатива родилась в конце прошлого года после трагедии в Иркутске, когда от отравления настойкой боярышника скончались почти 80 человек. Ограничений в продаже не будет, однако специалисты считают, все препараты необходимо продавать по рецепту. Подробнее ситуацию обсудим сегодня с заместителем главного врача областного наркологического диспансера Романом Свириденко. Роман, здравствуйте. Добрый день. И для начала хотелось бы понимать, спиртосодержащие лекарственные средства. О чем в первую очередь идет речь? Лекарственные препараты спиртосодержащие, то есть на различные настойки, пусть тут пресловутый боярышник или, скажем, корвалол, волокордин, да? Ну, не является это препаратом выбора таким, что вот жизненно необходимым, что нужно его прямо на каждом углу продавать. То, что касается предметов бытовой химии, спиртосодержащие, здесь вопрос абсолютно не медицинский. Это вопрос, извечный вопрос строгости российских законов и необязательности их исполнения. Я никогда не поверю, что предприниматель, который у себя выставляет в магазине спиртосодержащую жидкость, продает ее именно с техническими целями. И пусть, обезопасив себя, он напишет метровыми буквами, что для наружного применения или для чего-то еще, но он прекрасно во всех 100% случаях знает контингент покупателей и с какой целью эти покупатели приобретают эти средства. И здесь, опять же, не нужно ничего выдумывать. У нас так устроено, что мы, когда сталкиваемся с какой-то проблемой, мы начинаем что-то изобретать, рассуждать, вносить инициативы. Ничего абсолютно делать не нужно. Когда речь ведется не о медицинской продукции, в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи. От покушения на убийство и до преднамеренного убийства. Вот, например, когда за валерьянкой или за пустырником человек пойдет к терапевту за рецептом, вот это же могут быть снова там большие очереди образовываться. Или здесь нет такой зависимости? Во-первых, человек вряд ли пойдет целенаправленно за валерьянкой или за пустырником. Это как один из компонентов лечения и, наверное, не самый важный, не самый нужный. Во-вторых, если им не злоупотреблять, что в свою очередь приводит к другой патологии, этого флакончика должно хватить очень надолго. Плюс сама традиция потребления спиртовых настоек. Та же валериана, тот же пустырник, можно делать отвар, есть в таблеточках, все что угодно. То есть опять проблема каким-то образом надуманная. Все-таки альтернативы вот спиртосодержащим лекарствам, они сегодня есть? Это наиболее действенный вариант? Спиртосодержащие вот эти средства, там, по сути, не есть лекарства. Это лекарственные препараты. Тот же вот с коллегами перед эфиром обсуждали про настойку боярышника, в первую очередь. И мы все уже не по одному десятку лет отработали, и мы не могли вспомнить с курса институтской фармакологии, а для чего, собственно, эта настойка боярышника-то и нужна и при каких состояниях, патологиях она применяется. Ну, общие показания – утомляемость, сердечные заболевания в анамнезе, глупость. А вот такая свободная продажа, она как-то влияет на распространение суррогатного, суррогатных этих веществ, в том числе алкоголя? Здесь проблема настолько, как говорится, корнями уходящая в прошлое. Но если сейчас, говорим про медицину, рецептурный отпуск препаратов, решение должно выноситься, приниматься сразу, и оно должно охватывать весь спектр этой проблемы. То есть не нужно сейчас уходить, что вот это мы будем отпускать рецептурно, а вот это все же не рецептурно, то, что, как говорится, по два флакона в руки и все прочее. Это полумеры, которые, на мой взгляд, только усугубят ситуацию. Моя позиция – все лекарственные препараты должны отпускаться исключительно по рецептам, как во всех развитых странах. Нигде вы не купите такого обилия препаратов, и нигде вы не увидите такого обилия рекламы фармацевтической продукции, как у нас. Личный пример: я не мог купить в одной из таких стран никотин замещающую антитабачную жевательную резинку. По рецепту. И, с другой стороны, справедливости ради сказать, что мне даже как туристу получить этот рецепт не составило большого труда. Поэтому весь мир как-то живет, и фармацевтическую промышленность не обижает, и о здоровье нации думает. Когда мы все-таки пытаемся тогда вмешаться в законодательную нашу основу, это все-таки будет действенной мерой или нет? Запрет никогда не будет действенной мерой. Весь вопрос в контроле и неминуемости ответственности.
И все-таки, если мы будем контролировать рынок легального оборота, а это проще делать, чем контролировать бутлегеров, то санкции здесь должны быть жесточайшие. Напомню об отсутствии сегодня запрета на свободный отпуск спиртосодержащих лекарственных средств и соответствующих последствиях. Мы говорили с заместителем главного врача областного наркологического диспансера Романом Свириденко. Роман, спасибо за встречу. Спасибо.